И далее опять Гарри Олбрайт против Юки Мията. Многостаночник, фактически. Юка Мията разминал сейчас свою челюсть. Он из Канагавы, ему 30. Вес 91. Рост 1,77 м. Практически на 70 килограмм. Он легче трехкратного чемпиона Америки по любительскому рестлингу в супертяжелом весе Гарри Олбрайта. Вот он, Гарри Олбрайт, 30 лет ему, он из Монтаны. 1,93 м и вес 159. У Юки Мията 91. Сами понимаете, что может быть. Ну что ж, бой уже идет. И Гарри Олбрайт, я чувствую, недолго будет мучиться с Юки Мията в этом бою, коль все началось так весело. И сразу же 15-9. Вы посмотрите. Публика требует, чтобы Юка Мията поднялся с ринга. Поднялся. Юка молодец. Ну что там происходит? Ага. Бабах. Что делает Гарри Олбрайт? Просто не сказка сказать, не пером писать. Нет ли проблем сейчас у Юки с шеей? Встанет. Неужели встанет? Ну, наверное, все-таки нет, конечно же. Когда тебя бросает машина весом в 70 килограмм, на 70 килограмм больше, то, конечно, лучше признать свое поражение, пока хоть что-то осталось целое.